11 сентября 2009 года в Московской области открылся первый многофункциональный центр. С тех пор в столичном регионе эта дата отмечается как День МФЦ. Глава Люберец Владимир Ружицкий поздравил с профессиональным праздником сотрудников центрального офиса. Быстро, удобно и просто. Этими словами можно объяснить принцип работы многофункциональных центров. Они появились для того, чтобы ликвидировать бумажную волокиту. Оформление документов проходит в режиме одного окна. Намного удобнее, чем все это было раньше, непонятно где и чего. Сейчас все в одном месте, приходишь без проблем. Конечно, небольшая очередь, но тем не менее, все и сразу. В Люберцах первый многофункциональный центр открылся в августе 2013 года. Сегодня в округе работает 8 отделов приема заявителей и один цифровой МФЦ в ЖК «Самолет». К услугам жителей 81 окно, 3 из них для представителей бизнеса. Мы рассредоточили отделы МФЦ по территории всего городского округа. Поэтому у нас, по большому счету, в каждом микрорайоне, в каждом поселке есть МФЦ. Ежегодно в Люберецкий МФЦ обращается более 400 тысяч заявителей. На базе многофункциональных центров оказывается 78 федеральных, 194 региональных и 78 муниципальных услуг. Луиза Егазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.